Сегодня Центробанк впервые с ноября установил курс доллара ниже 50 рублей, 49,67 евро, на завтра 52 рубля и 91 копейка. Психологически важный рубеж был пройден накануне вечером. Помогли подскочившие цены на нефть. К тому же на рынке сохраняется дефицит рублей из-за высокой ключевой ставки Центробанка, это 14%. А еще экспортерам нужны рубли для налоговых выплат в конце апреля. Днем на межбанке колебания доллара постепенно затихли возле отметки в 50 рублей. Пока что Центробанк спокойно следит за укреплением рубля. Он вмешался только в пятницу, когда повысил ставки на валютном аукционе. Но слишком сильный рубль не выгоден для российских экспортеров и исполнения бюджета. Поэтому чем он дороже, тем больше вероятность, что ЦБ проведет интервенцию, уже скупая доллары. А еще 30 апреля, скорее всего, регулятор повысит ключевую ставку.